Всем здравствуйте! В конце июля Игорь Эбнер попал в больницу с множественными переломами. Сегодня стало известно, что актера не стало. Ему было 56 лет. Игорь Эбнер покинул мир в реанимации Боткинской больницы Петербурга. В медучреждение актер штрафбата попал более 2 недель назад. На момент госпитализации у него были диагностированы тупая травма груди, перелом ребер и лучевой кости. Артиста с множественными травмами нашли в собственной квартире. Что произошло, неизвестно. Эбнер не смог ничего рассказать, так как был в тяжелом состоянии. Сначала была версия, что на Игоря Антоновича напали с целью ограбления. Позже друг и родственники звезды опровергли домыслы, заявив, актер упал с лестницы возле подъезда. Известно, что организм Игоря Антоновича был ослаблен химиотерапией, которую он проходил не так давно из-за онкологического заболевания. Эбнер сыграл в таких сериалах, как «Ледниковый период», «Солдаты», «Час Волкова», «В круге первом» и «Досье детектива Дубровского». Помимо прочего, он снялся в картинах «Железнодорожный романс», «Любить по-русски 2» и «Романовы венценосная семья». А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.